Ты вообще хохушка. А, это... Блин. Ты вообще нейтрально действительно? Есть он... О, опять кто-то, что, блядь, не включу хохляндию, как кукол очкастый и наушники проводные. Вас что там, блядь? Вы же там на Украине, там, в супер стране живете. Здрасте. Привет. Как у вас дела? Тебя это не касается. Не касается? Нет. Ясно. Хороший как вопрос Зеленский? Есть, нормальный какой-то. Как Зеленский проживает? Я не здороваюсь с ним за руку, я не знаю, как он проживает. Скажите то, что я ему больше наркотиков никогда не пью. У тебя есть какие-то факты и доказательства того, что он употребляет наркотики? Есть. Какие? На YouTube. Что на YouTube? Он сам там на YouTube в интервью дал сам признание. Как называется этот ролик? Зеленский употребляет кокаин. Как он называется? Там есть, ну, я не помню того человека, то ли девушку, то ли человека. Он сам об этом и говорит, то, что да. Он расслабляется кокаином. Это было лет 5 назад, короче. Он 5 лет назад давал такое интервью, когда еще не был президентом. Если вы об этом не знаете, ну, блин, я не знаю. А ты можешь сейчас набрать с телефона и показать мне? А ну, ты, я могу набрать. Ты за Жириновского? Ну да. Mm. А что? А кто сейчас у вас лидер там? ЛДПР? Леонид Сурский. Как? Леонид Сурский. Сурский? Ну и как он? Вытягивает? Нормально. Вытягивает? Ну, вытягивает. Ну, Жириновский все... же был. Ух! А этот как? Ну, этот обычный. Показали, правда, премьеру. На самом деле смешно. Что показали? Ну, показали, как они, типа, сделали, короче, этот самый, блин, ебучий искусственный интеллект. А, круто, да. А, да, все отжали, да. Да, 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 все посмеялись. Я тоже смеялся. А еще там кто-то, ну, не знаю, из какой партии высказывался, ну, явно видно, что из восточный парень какой-то там, или Узбекистан, или еще откуда-то, ну, в Думе у вас, в Думе. Говорит, давайте будем собак отправлять на СВО. А знаете, в чем прикол? То, что орлов даже отправляют. Воров? Я вам серьезно говорю, обученных орлов. А, орлов. Обученных. Да чтобы... ладно, что там морвы? У нас же комаров отправляют. Ну, нет, на самом деле, ну, ты как бы, ну, как бы с этого смешинку ловишь, а на самом деле, прикинь, птица, она просто садит беспилотники. Ну, это 5 баллов, ты поднял мне сегодня настроение. Ну, что сделать? Опа, за Россию не чокались. Хоп, до дна, класс. Да, винишко хорошее дело. Ладно, давай, ты сделал, ну, сегодня мой день. Орлы садят беспилотники. Давай.